Привет, всем, кто ищет ответ на вопрос, как решить задачу недостатка влажности воздуха в помещении, где вы живете. В данном обзоре хочу представить вашему вниманию ультразвуковой увлажнитель воздуха от бюджетной, но вполне достойной внимания торговой марки Scarlett, которая, несмотря на низкую стоимость прибора, смогла сделать его качественным, стильным и функциональным, что позволяет ему легко вписаться в интерьер любой комнаты, наполняя ее не только желанной влагой, а и стать частью декора, гармонично вписавшись в общий дизайн, подчеркивая черным глянцевым цветом из высококачественного пластика, не имеющего посторонних запахов. К тому же черный цвет символизирует потайные желания, а также считается цветом роскоши, зажиточности и утонченности. Состоит прибор с трех основных частей – сопла распыления пара, которое может фиксироваться в двух положениях, тем самым меняя направление выхода пара как в правую сторону, так и в левую, что позволит разместить увлажнитель в удобном для вас месте. Контейнера, вмещающего в себя 2,3 литра воды, которая заливается через расположенную внизу горловину, вокруг которой находится уплотнительное силиконовое кольцо. Его задача – обеспечить герметичность закручиваемой крышки, состоящей из подпружинчатого клапана снаружи и силиконовой заглушки внутри. Столь простой механизм играет немаловажную роль в работе устройства, так как его задача – дозировать воду, заполняя небольшую емкость внутри основы. Что же касается последней, то она состоит с ранее упомянутой емкости, на дне которой расположена керамическая мембрана, которая, вибрируя с ультразвуковой частотой, разбивает воду в мельчайшую водяную пыль, а с помощью устроенного внутри почти бесшумного вентилятора поднимает ее вверх по горловине контейнера через сопла, наполняя помещение необходимой влагой. За уровень воды в камере отвечает специальный поплавок. А это значит, когда вода в контейнере закончится, что очень сложно проконтролировать без окошка, которое могло бы дать понять, сколько еще воды осталось. Увлажнитель просто отключится, оповестив вас весьма громким звуковым сигналом и отображением красной капли на информативном дисплее. А это значит, если вас рядом в этот момент не окажется, волноваться не стоит. Воду для такого увлажнителя желательно использовать деминерализованную и дистиллированную. В противном случае придется часто чистить мембрану от минералов, которые содержатся в обычной воде из-под крана. Также модели оснастились силиконовой аромакапсулой, расположенной в специальном гнезде. А это значит, добавив всего пару капель, вы сможете создать комфортные условия для дома или офиса. Приятная атмосфера положительно отразится на психическом состоянии и поможет расслабиться после тяжелого трудового дня. Запах аромамасел способен как тонизировать, так и наоборот возбуждать. При правильном подборе аромата удастся улучшить самочувствие, ощутить прилив силы бодрости. За управление прибором отвечают расположенные по бокам информативной панели две кнопки, вписывающиеся в общий дизайн устройства. Чтобы запустить увлажнитель, нажмите импульсивно расположенную кнопку слева. После чего, продолжая также импульсивно нажимать ее, вы сможете выбрать один из трех доступных режимов мощности подачи пара. При максимальном режиме расход воды составит 300 мл в час, а вот при среднем 150, что позволит ему беспрерывно работать 8 часов. Максимальная площадь, на которую рассчитан прибор, составляет до 30 квадратных метров. Если ваша комната гораздо больших размеров, он вряд ли вам подойдет. Нажимая импульсивно кнопку справа, вы сможете установить время работы увлажнителя от 1 до 12 часов. Если этого не делать, он отключится сам, как только в контейнере закончится вода. Также не может не радовать наличие датчика, измеряющего температуру помещения, отображая ее на дисплее. Если вы готовы потратиться на покупку такого прибора с демократичной ценой $28, то спустя некоторое время сможете заметить, что ваши домочадцы, в частности дети, намного реже станут болеть. При этом ваша кожа станет более гладкой и шелковистой. К тому же в увлажненном воздухе сильно снижается вирусная активность. Потребляемая мощность прибора составляет всего лишь 23 Вт, а вот устойчивость на твердой поверхности увлажнителю обеспечивает 4 пластиковые ножки, при этом длина сетевого шнура составляет 1 метр. Проводя обзор данной модели, недостатка в его работе и функционале я не нашел, следовательно, к покупке вам рекомендую, а вот покупать или обходить стороной, право выбора, как всегда, остается только за вами. Насколько радует или печалит вас этот прибор, пишите в комментариях под видео. Таким образом, вы поможете определиться с покупкой тем, кто этого еще не сделал. Также не забывайте ставить лайк, а подписавшись на канал, обязательно жмите на колокольчик. Таким образом, вы будете первыми узнавать о новых моих обзорах. С вами был Леонид, всем пока-пока.